Западной Сахары на родину вернулись казахстанские военнослужащие. Бахтияр Акбалаев и Темирлан Мусапиров были наблюдателями миссии ООН. Командировка длилась год. Вместе с военнослужащими из 30 стран они контролировали выполнение мирных соглашений. А перед отправкой в Африку офицеры прошли специальную подготовку. В военном мире, как говорится, науке, искусстве военном, идут большие изменения в данный момент, так как все кризисы и конфликты, которые происходят, она накладывает отпечаток на, как говорится, ведение войны, на сам характер войны. И участвуя в таких операциях, мы видим, какие технологии внедряются. Офицеры продолжат службу в Казахстане, однако в любой момент готовы вновь отправиться в Африку. Сейчас в Западной Сахаре, Кот-д'Ивуаре, военными наблюдателями служат 7 офицеров из республики.